5 ледяных знаков зодиака, которые закрываются от людей. Скорпион. Представители знака Скорпион не всегда проявляют открытость, склонны держать свои эмоции и секреты в себе. Они очень чувствительны, и если кто-то причинит им эмоциональную боль, Скорпион закрывается от этого человека навсегда и больше не допускает его к себе. Водолей. Водолеи – это ледяное королевство среди всех знаков зодиака. Когда они чувствуют себя неприятно или раздражены, их типичная реакция – отстранение, отделение от ситуации. Они не желают быть частью чьей-либо жалкой вечеринки, и им нет нужды слушать мнение других. Козерог. Иногда Козерог намеренно ломает связь, уверенный, что эти отношения так или иначе обречены на провал, и что партнер в конечном итоге все равно уйдет или его обманут. Относитесь к этому как к способу профилактики сердечного приступа. Рак. Это может показаться незрелым или несправедливым, но это один из способов, которым раки управляют своей болью. Они будут скучать по человеку, изгнанному из их жизни, но исключение контактов с ним в конечном счете вызывает меньше боли. Дева. Девы очень рассудительны, и иногда может показаться, что их не просто тронуть или сбить с толку. Но на самом деле у них также есть эмоции, и иногда кажется, что в их венах течет не кровь, а лед. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.